Вы знаете, надежда умирает последней, извините за банальность. Тем не менее, есть надежда, что вот мы тут соберемся, тут будут представители, я надеюсь, они придут, синагог наших, и мы поговорим о действительно нашем содружестве, что сегодня очень важно. Сегодня необходимо объединиться. Вот в сегодняшней обстановке, учитывая терроризм, воинствующий ислам, воинствующий, я подчеркиваю, только его, необходимо объединение не только по памяти, но и по сегодняшней жизни. На это был расчет. Придут или нет представители наших синагог, я не знаю, я надеюсь. Все. И мы, конечно, хотим, чтобы этот диалог стал больше известным среди евреев, среди христиан и вообще в нашем обществе, потому что такой диалог возможен в каждом городе в России. И мы очень хотим, чтобы это развивалось, и когда мы делаем такую конференцию, это тоже больше фокус на диалог, чтобы люди больше знали об этом и больше знали, о чем речь тогда, что происходит, как мы думаем, и чтобы это распространялось тоже в нашей стране, и почему не дальше за рубежом тоже. Можно я одно слово скажу? Это очень важно. Очень много всякого зла с экрана. Это добрейшее дело, это святое дело, его надо пропагандировать, как свет. Где тут камеры, где тут центральные каналы, где они? Если бы тут сейчас убили бы кого-нибудь, они бы примчались или еще что-нибудь в этом духе. А когда речь идет о каком-то свете, согласитесь, а когда речь идет о светлейшем деле, которое вы совершенно правы, мой друг, что его надо пропагандировать по всей стране, потому что это сеть разумная, добрая, вечная. Никого, ничего, нафиг им все это надо.